девчонки, добро пожаловать на мой канал, я рада вас всех приветствовать. Сегодня я снова в магазине Hudson. Если вы помните, я тут снимала платье на Новый год и обратила внимание, что есть очень симпатичные, очень красивые свитера кашемировые, которые вышли на сейл перед Черной пятницей. И поскольку Черная пятница у нас продолжается, наверное, до Нового года, сейчас будет до Рождества, то все эти вещи еще до сих пор находятся на распродаже. И мне очень хотелось зайти их померить и зайти посмотреть, что там почем, потому что я не очень поняла, что с ценой. Поэтому давайте, значит, я принесла кое-что в примерочную, там низко юбок, в общем, еще там похватало кое-что, опять же, потому что сейчас много чего на сейлах, и, в общем, я вам сейчас буду показывать. Мне не дали много чего взять с собой. Вот у меня вот такая вот стопочка. Здесь три кашемировых свитера, которые я из них, видимо, один выберу. И вот этот внизу не кашемировый, просто мне очень понравился его цвет и вязка. И я хочу примерить это с моей одеждой, с той, что я принесла. Так, на мне сегодня, пальто, юбка, сапоги, сумка. Сейчас сниму пальто, покажу вам ближе. Так я выгляжу сегодня, это мой аутфит. Юбка очень интересная. Она, знаете, ее можно повернуть. Здесь она синяя, а сзади она такая красная с белой в клетку. И, в принципе, ее можно вертеть в зависимости от того, что у вас сверху надето. Пиджак такой у меня, как будто бы камзол. И внизу просто топик под цвет вот этому всему. Все, давайте будем мерить без лишних разговоров. Начнем, наверное, со свитеров. Первый свитер, который я принесла, значит, я вам сейчас покажу, вот такой в полоску. Вот такой вот серо-голубой, очень такой базовый цвет. И вот этот вот, я вам сейчас покажу его немножко вот, может быть, вот так. Вы увидите, что он не такой, как в зеркале. Очень красивый цвет, это размер medium. Очень красивый цвет морской волны, потрясающей красоты. И я просто принесла такую черную юбку базовую, потому что моя юбка совсем не в тон. К нему будет, чтобы померить, посмотреть, как это выглядит. У меня, в принципе, есть черная юбка, то есть мне не нужно здесь покупать, хотя эта юбка тоже достаточно сейчас дешевая на сейле, но она размер large, она мне здесь великовата. Хотела с чем-то померить, чтобы это было однотонного цвета, потому что моя очень яркая. Красивый очень цвет, прекрасное качество, замечательный кашемир. Да, сейчас расскажу про цену. Значит, я тогда в тот раз, когда была, я не очень поняла. Значит, вот эти однотонные стоят по $90, кашемировые свитера, а вот этот полосочку, он стоит $200, и на него сейчас 40% скидка, это будет... Сильно ум пошло. Это будет 200, в общем, порядка... Он будет стоить $120, что, в принципе, недорого совсем и, в общем, очень хорошая цена. Единственное, что меня смущает размер. Я взяла medium по привычке. Может быть, надо было побольше, может быть, надо было large, чтобы он был пошире, посвободнее. Хотя он тогда будет длиннее, в общем, трудно сказать. Может быть, эта юбка тоже не самое удачное сочетание. Но, во всяком случае, вот меня муки выбора, потому что мне очень нравится этот цвет, но он не базовый. И я не знаю, насколько это хорошо, имеет смысл покупать кашемировый свитер такого цвета. Так, второй свитер базовый, серого цвета. У него немножко другое горло, у него v-neck. Тот был круглый, а этот, мне это нравится больше, если честно. Мне кажется, это немножко более женственно. И тоже, наверное, мне нужен побольше размер. И вот так вот он выглядит вместе с черной юбкой. Ну, это очень-очень базовое, очень такое, знаете, классическое сочетание серое с черным. Я вам хочу сказать, что эти свитера, они потрясающие. У него такое шикарное качество. Он тоненький, но он такой, знаете, в общем, красивый свитер, хорошего качества, прекрасный кашемировый свитер. С собой примерочную я захватила еще такой пиджак. Он как бы пиджак, как бы куртка по типу Шанель, но он сделан, видите, как такая курточка. Он очень большого размера, по-моему, экстра-ларж. Я еще посмотрю. Это бренд Карл Лагерфельд. И вот я хотела примерить их вместе с этой юбкой, вместе с этим свитером, посмотреть, как это выглядит вместе. Он, конечно, пиджак большой, но я вам хочу сказать, что если немножко так подобрать рукава и одеть его подобающим образом, так скажем, то, по-моему, совсем неплохо. Вот именно вот в таком сочетании, потому что свитер серо-голубой, юбка черная, пиджак голубой с черным. По-моему, красиво. Вот так я пришла за кашемировыми свитерами. В результате я стала тут мерить и перебирать все, что плохо лежит. Так, пиджак у нас Карл Лагерфельд, размер 14. Это огромный, совершенно огромный размер. И он, в принципе, стоит $190, но на самом деле на них на всех сейчас 50%, 40-50% сейл. Что здесь написано? Карл Лагерфельд, а, это его веб-сайт. Еще, девочки, попалась мне на глаза вот это пальто. Я совершенно прифигела этого цвета. Тоже не очень передается, я потом повешу на вешалку и сниму. Вот такой потрясающий зеленый цвет. И я решила примерить его вот с этим вот базовой, так сказать, комплектацией свитера и юбки. И если одеть очень яркое такое пальто сверху, то это бомба. Сейчас застегну, не могу застегнуть. Я даже не знаю, какой это размер. Я увидела цвет, тащила его в примерочную, потому что не могла. Цвет называется «Не проходите мимо». Как красиво. А пальто — это вот такой бренд and Shred. Он здесь продается у них. А, это small. Оно, конечно, могло быть побольше. Но одно было одно. Мне как бы не пришлось выбирать. Значит, оно стоило $200, сейчас оно стоит 120. Интересно, какой у него состав. Ну, вот такой вот у него цвет. И состав у него очень неплохой. Оно 70% вискоз, 30% шерсть. Хороший состав. И оно, видите, вот такое без подкладки. Легкое такое пальто. Очень красиво. Так, юбка эта мне не нужна, но просто чтобы вы понимали, она стоила $109, сейчас она стоит 36. Это какой-то бренд, вот такой вот наш размер large, наш Halston, какой-то американский бренд, я даже не знаю. Вот такая вот юбка. И я вам хочу сказать, что несмотря на то, что она гладкая и такая шелковистая, но я примерила ее с этим свитером кашемировым, на ней остались пух от свитера, нацепился на нее, что, в общем, не очень хорошо, конечно, так что, да. Свитер номер 2. Он стоит 120, я уже, наверное, раз 5 это сказала. В полоску. Там есть еще такой же серый с сиреневой, розовой полоской, а есть вот такой вот бежевый с коричнево-красно-оранжевым. Вот я не знаю, какой лучше. К нему я принесла вот такую юбку. Это юбка фирмы Donna Karan. Сейчас я посмотрю, сколько она стоит. На них на всех сейчас 40% скидка. Тоже очень приятный по качеству. Потрясающего. Ну вот кашемир, знаете, прям настоящий хороший кашемир. Такой приятный на ощупь. Приятный к телу, не колется, не чешется нигде. И очень вот такая вот симпатичная юбка, которая мне тоже очень нравится. И они очень подходят друг к другу, эти две вещи, на мой взгляд. Так, свитер можно заправить. Ну, я не знаю, как лучше, заправленный или на выпуск. В общем, как-то так. Юбка сделана из такого, как будто бы трикотаж плессированный, как будто бы немножко шелковистый. Очень интересный состав, интересное качество, приятно. компанию к этой паре я принесла такой жакет из кожзаменителя желтого горчичного цвета. Это бренд Vera Moda. Он тоже сейчас на сейле. Он стоит, по-моему, $40. По-моему, хорошо сочетается вместе с этой вот парочкой. Выпустила свитер, по-моему, так лучше. Что-то заправлено он не очень хорошо выглядел, а вот так намного лучше, по-моему. И эта курточка очень подходит к этому комплекту, и вообще свитер очень подходит к этой юбке. Если я решу купить этот свитер, я, наверное, куплю эту юбку, потому что вот оно прям сразу готовый аутфит, решает проблему, с чем ее носить, с чем носить этот свитер. Но у меня, знаете, дилемма, потому что кашемировый свитер дорогой, он должен быть базовый. Вот такие вот полоски, они, понимаете, не очень... О, дилемма. Вот к этой юбке подходит, но больше ни к чему, или может еще к чему-то, но его невозможно универсально носить со многими вещами. Ну, с джинсами можно всегда, с черными брюками можно всегда. В общем, не знаю. Курточка это бренд Vera Moda, размер large. И вот сейчас она была 69, сейчас она 40. А юбка это Donna Karan New York, размер medium. И она стоит 129, но сейчас на них 40% сейл на все, практически на все, что есть в магазине. Красивая юбка, очень симпатичная. Очень красивое сочетание. Очень подходит этот свитер. Он не кашемировый, просто обычный свитер. И вот эта вот юбка, посмотрите, как они подходят друг к другу. Юбка Donna Karan, свитер не помню, сейчас посмотрю, что за бренд. Как красиво. Ну, юбка у меня очень большая. Просто очень большая. Она просто с меня падает. И она единственная, последняя. Это Donna Karan, она на сейле сейчас. У них меньших размеров нету, я уже спросила. И самое смешное, что когда я несла это все примерять, и дамы на ресепшн, которая, значит, смотрит, сколько вы несете, примерочную, что, чего. И я говорю, я хочу это взять, это две вещи вместе, потому что я хочу их вместе померить. Она мне сказала, ну что ты, по цвету они подходят, но нельзя же носить свитер с такой тонкой юбкой. Это же юбка летняя, а свитер зимний, ведь так не носят. Я и говорю... Ну, вы знаете, давайте я попробую. Я померю, а там мы решим, носит, не носит. Она говорит, ну, конечно, ты померяй. Но я просто хотела тебе сказать, ты должна это понимать, что так вот носить нельзя. Но здесь, знаете, это магазин такой для взрослых женщин и девочки, дамы. А консультанты, они тоже такие взрослые дамы. Поэтому вот у них есть такое представление о том, что толстый свитер с такой тонкой юбкой носить ни в коем случае нельзя. Она мне долго уговаривала, чтобы я их не примеряла вместе, потому что это диссонанс, и вместе их носить невозможно. Но, по-моему, так красиво, так подходит. Супер. Единственное, что, к сожалению, юбка очень велика. Я ее просто тут закатала, завертела, чтобы она с меня не упала. А меньше ни размера нет, хотя это вместе выглядит очень красиво. Вот юбка Donna Karan, Нью-Йорк, размер экстра лардж. А стоит она $77 вместо 130. Ну, конечно, она очень большая, несмотря на то, что у нее резинка сверху, но она все равно с меня падает. Свитер это вот этот самый Bred and Shred, и он, это размер small, и он стоит $80, но сейчас на него 40% распродажи. Красивый цвет, хорошая вязка такая, ну, конечно, это синтетика. Так, девочки, значит, такая у меня дилемма. Я вам, может, еще сниму, потом покажу, какие есть цвета. Потому что я уверена, что у них еще есть время, я могу еще несколько дней покупать. У них еще будет эта распродажа, так что прям я не знаю. Вот это очень красивый цвет, базовый серый, такой серо-голубоватый. У него такой V-вырез. Этот тоже, он очень не базовый, но очень красивый, красивый цвет. И вот этот тоже не базовый, но обалденный цвет морской волны. Вот так вот. Ну все. Такие у нас сегодня были примерки. Надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Подписывайтесь, ставьте лайки, вы все знаете. Увидимся совсем скоро. Люблю, целую. Пока-пока, бай.